Всем привет! И сегодняшнее видео будет посвящено новой журнальной серии «Автолегенды СССР. Автобусы». Я уже упоминал о данной серии в одном из своих видеообзоров. Серия стартовала пару дней назад, и многие коллекционеры уже приобрели себе первую модель, которая вышла в данной журнальной серии. Это ПАЗ-672М, его цена составляет 1300 рублей. Модель идет в небольшом картонном боксе плюс журнал. И что самое интересное, то что до этого точно такую же модель ПАЗа вы могли приобрести немного дешевле, и модель шла под брендом от неизвестного производителя. На эту модель я уже делал видеообзор, и вот эту модель я вам показываю снова. Абсолютно никаких отличий между этим автобусом и моделью из журнальной серии нету. Единственная разница — это цена. Я свой автобус купил за 500 рублей, я считаю, он стоит этих денег. Но этот автобусик никак не стоит 1300 рублей, поэтому если вы еще не приобретали модель из журнальной серии в свою коллекцию, то я не советую тратить деньги, потому что тираж этих автобусов довольно большой, 6500 экземпляров, плюс модели, которые идут в коробках от неизвестного производителя. И как многие знают, что этот автобус является точной копией аналога от советского автобуса. Тех автобусов также полно в продаже, их никто не покупает. А модель от советского автобуса, в свою очередь, является копией автобуса от раннего классикбаса. Поэтому этих автобусов очень много в продаже, скажем так, даже переизбыток. И они никуда не денутся, стоит немножко подождать, и вы увидите эти модели в цену за 500 рублей, тогда вы сможете сэкономить свои средства. Но я вам просто покажу, как выглядит данная модель. Вы для себя сможете решить, стоит ли она этих денег и возьметесь ли вы ее покупать в свою коллекцию. Но видите, она выполнена очень просто, у нее не раскрашен салон, хотя стоит заметить, что у нее довольно аккуратная покраска. Также очень простое днище, видите, ничего необычного здесь нету. И, конечно, есть такая ситуация, что некоторые коллекционеры не могут покупать модели, допустим, с интернет-магазинов. Единственный способ у вас приобрести модель – это купить ее в киоске, где продаются модели журнальной серии в вашем городе. Но все же я советую воздержаться от покупки именно этого выпуска, потому что, как видите, модель не стоит этих денег, за которые ее продают, и все же я думаю, что в дальнейшем эти автобусы еще появятся в продаже за более низкую цену. Второй автобус, который заявлен в этой серии, будет КАВС. У меня такое предположение, что это тоже будет модель от советского автобуса. И третья модель заявлена — Икарус. И, в принципе, вот Икарус я жду, но опять все зависит от цены. Как многие знают, что первый выпуск в моделях и журнальной серии имеет более низкую цену, а затем она постепенно растет. И если, допустим, модель Икаруса будет сопоставима с ценой на модель от советского автобуса, то какой смысл в моделях и журнальной серии? Так что, если вы увидите эти модели в продаже в вашем городе, напишите в комментариях, сколько они стоят, и, в принципе, напишите ваш отзыв, купили ли вы эту модель в свою коллекцию, и будете ли вы покупать дальнейшие выпуски. У меня пока эти модели под большим вопросом, потому что создается действительно такое впечатление, что в эту серию стараются спихнуть все те модели, которые не были распроданы до этого под другими брендами. Спасибо за внимание, не забывайте поддержать это видео лайком, оставить ваш комментарий и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. До новых встреч, пока!